Продолжаем наш мини-сериал. Закончилось первое отделение концерта в Фукуоке. Второй Прокофьев, Ромео и Джульетта. Сейчас будет шестая Чайковского. Маэстро, как вы провели свой карантин? Сколько вы были в номере за эти три дня? Скажите, пожалуйста. Да, я думаю, что из 72 часов, наверное, ну, если не считать полет, а это 11 часов, то да, наверное, мы не набрали даже часу вне комнат. Вот тут артистическая комната просторная. Да. В отеле мы в комнате, ну вот какие у нас сегодня обстоятельства, что мы не предоставили сами себе. Но я, правда, не очень переживаю, потому что есть нотный материал с собой у меня, и мы готовим наши будущие премьеры. Я уверен, что Денис Ильич тоже нам подарит скоро парочку новинок в его репертуаре. Но такое время, знаете, мы использовали это за 7 месяцев неплохо. У нас громадное расширение идет сейчас репертуара в Мариинском театре. И не только оркестр у хора, но индивидуальные певцы очень работают по такой, я бы сказал, дерзкой программе. Там много русского, французского, немецкого, итальянского. И сюрпризы будут, и будут очень скоро, надеюсь, интересно. Хорошие сюрпризы. Я думаю, что «Летучая мышь» — это летающий сюрприз. «Летучая мышь» в 2020 году, я считаю, что это очень актуально. Ну, мы решили уважить обстоятельства. Вынуждают нас искать адекватные ответы. Да, самое главное, у нас есть сегодня аппетит играть для нашей любимой публики. Вот вообще мы приходим на сцену сегодня, представляете, вот это ощущение заполненного зала, это какое-то как будто из другого мира, из другого времени абсолютно. И эти эмоции японцев, которые ждали этого тура, Венский филармонический в Японии, начало, действительно, это серьезная история. Я благодарен всем, кто к этому причастен, конечно, маэстро, который выходит со мной вместе на сцену. И, Владимир Александрович, вот вопрос. Мы там вот обед в русские времена, которые были достаточно давно. Не доходит, да. Стейк Большой театр. Двумя утюгами, знаете, кусок мяса делали. Ну и многое другое. В общем, есть что рассказать. Мы вам будем говорить с вести с полей. Мы хотим сделать такой мини-сериал. Будем вам ознакомить с Японией, насколько это возможно. Из поезда, из машины. Просим вас не считать нас многострадальцами. Мы счастливы выходили на сцену. Абсолютно. Оркестр в замечательной форме. Что, кстати, можно сказать о оркестре Мариинского театра. Вот только что мы давали Дон Карлоса с великолепнейшим составом певцов. И был замечательный концерт памяти Димы Ростовского. Мы думаем о том, чтобы еще в этом году побывать в его на родине Красноярске и утвердить вот этот новый фестиваль памяти Хворостовского, чтобы он уже встал и надолго был связан как одна из достопримечательностей и совершенно особых идей музыкального Красноярска, театрального Красноярска. Я думаю, что это надо сделать. Мы будем с вами выходить на связь. Мне это легко сделать, будучи коллегой и другом Дениса Леонидовича, я сам не веду. Сейчас шестая Чайковского. Ну, сейчас, да, звучит симфония, которую мы играли в Японии не раз, и не два, с Мариинским. И, кстати, Сыночки, я помню. Да. Нет, она звучала здесь, безусловно. Вот, хлопки уже зовут. На связи. До встречи. Спасибо.